В этом сезоне на большую сцену Русского театра Эстонии вернулся спектакль российского режиссера Владимира Зайкина «Последний этаж». Ближайший показ состоится уже в это воскресенье, а мы приветствуем в студии исполнителей главных ролей Элина Пурда и Александр Ивашкевич. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, это такая история, когда любовь можно сравнить с войной, с состоянием войны. Да? Два соседа на лестничной клетке конфликтуют, мужчина и женщина, Роман и Виктория, но в конце концов конфликт превращается в любовь. Но такое отношение довольно бурно развиваются. Я была на этом спектакле, и действительно... Интересно. Действительно, это очень интересно. Расскажите, чем вам близок этот спектакль? Чем он может быть близок зрителю? Хорошо. А чем он может быть? Ну, во-первых, Владимир Зайкин, режиссер этого спектакля, он же и автор сценария, писал эту пьесу в тот момент, когда мы с ним говорили о том, что надо писать пьесу. Поэтому очень многие какие-то черты характера этого персонажа он списывал непосредственно с меня. Скажем так, что эта пьеса была поставлена впервые у нас в театре. Сейчас она идет в антрепризном варианте в Москве. Это совершенно другой спектакль, потому что антреприза и все-таки спектакль театра, они разные. Там два человека, у нас все-таки в спектакле заняты еще четыре человека, актеры нашего театра, которых я попросил, чтобы они участвовали. И они ничего там не говорят, но они двигаются, они танцуют, они участвуют в спектакле как полноправные персонажи. И это актеры, которые могли бы сыграть, каждый может сыграть и играет у нас в театре главные роли. Но они согласились, ну, сказать, ну, как я не знаю, массовка, так вроде как не массовка, потому что они, от них очень много зависит. Вот. И наш спектакль довольно объемный, интересный. И чем мне близок... Ну, я не знаю, чем он мне... Для каждого мужчины это такие понятия, когда любишь и ненавидишь, и борешься за любовь, и действительно каждый день как война и перемирие, по-моему, это довольно часто встречающееся событие. Элина, как вы попали в этот проект? Насколько для вас неожиданным было предложение принять участие в спектакле Русского театра? Очень неожиданное. Но приятный. Да, очень приятный. Александр мне позвонил и спрашивал, хочешь ты играть в Русском театре по-русски? Вы говорите обо мне? Я же не говорю так хорошо по-русски. И мы начали репетировать с Александром, я думаю, где-то два месяца перед этим, когда Зайкин пришел, и мы гуляли в парке Каламая. Да, он, с текстами. С текстами. И это был полный ужас. Потому что, знаете... Русский язык у вас такая красивая, сложные слова. Что это было? Умопомрачительные усы. Что это? Умопомрачительные. Перебежчися. Вся это... Ах. Вот это, кстати, обращало на себя внимание, когда я смотрел, по-моему, премьерный спектакль, или вот один из премьерных, что вроде бы героиня говорит с акцентом, но такими очень сложными, такими тяжеловесными даже конструкциями. Да, потому что она же актриса. Она возьмет... Это сценарий. Да. Это не ее мысли, не ее желание сказать. Она говорила выписанные слова уже. Поэтому здесь есть логика в этом. Да, и Виктория, она же актриса. Да. И откуда она получает свои вот фразы из разных пьесов? И вот пользоваться словами, как вот что это... как это? Скорая помощь по-другому была. Как она сказала? Неотложка? Да. Неотложка, что это? Вот, и она взяла вот этого из одного пьеса, и вот она и умеет этого пользоваться. Хорошо. Да. И для меня очень интересно, как соседа. Мы живем вместе со своими соседами. И иногда мы не знаем их, и нам не хочется их и знать. Потому что они другие, мы не знаем, они как-то опасные. А может быть, этот сосед может быть твое будущее. Да, твое будущее. Если мы даем возможность, чтобы узнать их, чтобы сделать вот этот первый шаг, и посмотреть, что будет случиться. Такая хорошая инструкция для квартирных товарищей. Да. Не надо войны, любите друг друга. Да. Но Элина на самом деле привносит вот такую изюминку в спектакль, именно потому что есть эстонский акцент. Вот в самом сценарии это как-то отображается, что есть разность менталитетов. Вы знаете, пьеса-то писалась сначала
просто писалась пьеса, а потом затеялась мысль, потому что по мере того, как мы, как он писал, а мы обсуждали, да, возникала тема, что актриса, хочется, чтобы была актриса эстонка. И поэтому были какие-то мысли. Потом, когда уже появилась Элина, да, то все очень сложилось. И появились, очень много появилось вещей, текстовых, во время репетиций. И наш конфликт на эстонском появился непосредственно уже в репетиции, когда вдруг сорвался и сказал что-то на непонятном языке для себя, и мы это оставили. То есть это импровизация, которая вошла в сценарий? Да. И так много было. Кто-то из там... Катя, у нас есть такая Кордес, замечательная актриса. Она что-то подсказала, что-то Дима подсказал. Что... И какие-то мысли... Так рождается спектакль. Мы вместе какие-то вещи продумываем, оформляем и пробуем. И они остаются. Вы упомянули российские постановки. Действительно, их есть даже несколько. В одной играют Михаил Полицеймака и Анна Ардова. В другой Данил Спиваковский, Евгения Добровольская. Про них я не знаю еще. А вы видели вообще эти постановки? Нет. Или наоборот, старательно пытаетесь избегать их, да, потому что, не дай бог, не возникнет желания копировать, подражать. Вы знаете, копировать невозможно, потому что любой человек, который копирует, там, я не знаю, что-либо, он делает чуть-чуть по-другому. Это во-первых. Во-вторых, так сложилось исторически, что это наша первая постановка, и я боюсь, чтобы они нас не копировали. Поэтому все остальное – это, опять-таки, прочтение режиссерское, актерское, потому что в данном случае такого варианта быть просто не может. Он только у нас. И он единственный, потому что у нас Элина, она говорит по-эстонски очень много. Там я говорю тоже. Да, и мы другие. Мы другие. И когда режиссер Зайкин посмотрел тамошние спектакли, он сказал: «Спасибо вам». Поэтому нас не очень это волнует. Александр Ивашкевич и Элина Пурда были у нас сегодня в гостях. Актеры, которых уже в это воскресенье в 18.00 можно увидеть на сцене Русского театра в спектакле «Последний этаж», возвращающемся на сцену нашего театра. Спасибо.